Всем привет, с вами Алексей Новиков, и мы сегодня на чемпионате Украины по стронгу. Я приехал поддержать в первую очередь своего брата, он сегодня выступает в 95-й категории, Саня Сташенко. А уже во вторую очередь я приехал попробовать установить рекорд в гантели. У меня есть мировой рекорд 100 на 11. Посмотрим, сколько я смогу поднять сегодня. Мне даже сегодня футболочку выдали. Класс, 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 класс. Украинский стронг движется в правильном направлении. Сейчас начинается уже йог, точнее он уже идет. И у меня есть опасения по поводу Саниного йога, он всегда немножко бывает проблемы на соревновательном йоге. Но я уверен, что этот год он отмаслал хорошо, действительно было все классно. И он покажет как минимум топ-3 результат. А какой вес будет? 320 килограмм йог на 20 метров нужно принести. И рекорд на данный момент Виктора Посудевского. Сташенко швидко бере старт, набирає ходу, Клим'їв поки що другий, Болтава дещо відстає, але нічого. Сташенко тримати до себе, пускає на секунду, але знову підходжує і фінішує Олександр Сташенко. Занин результат 15 секунд примерно, 20 метров пронес. В целом результат 4 или 5 какой-то, но может гораздо лучше это все делать. Изначально увидел, что ноги не идут не так, как нужно было. Потом еще и поставил, и в конечном результате в 15 секунд. Это не супер. Нужно выносить с 10. Но в целом дальше у нас еще есть 4 упражнения, есть где отыграться, есть где у него есть топовые упражнения, такие как дамбл, лок и так далее. Посмотрим, надеюсь, что все будет хорошо. Переживаю за Санька. Сейчас будет лог-лифт, разминочку сделали хорошо. Нашел одну проблемку в организации. Пескоструили лог-лифты, и в одной из сторон был перевес большой. Его убрали, из-за этого работать будет на 2 лог-лифтов. Так что спасли, наверное, 30% спортсменов, чтобы ошибок не было. Погнали, Санек разомнулся действительно четко. То есть сейчас будет пушка. Санек поднял 5, я ожидал гораздо больше, я знаю, что он может делать и на 8, но это второй результат, в целом хорошо, работаем дальше, то есть в целом все нормально. Сейчас будут фермера? Сейчас будут фермера, вес по 120 килограмм, 40 метров, у Сани есть проблемы с фермерами, потому что кисти, он, ну, бывает, там ошибки делает. Надеюсь, что как минимум сейчас ошибок не сделает и будет в стройке, а дамбл и покрышку там уже будем отыгрываться. Львівська школа працює чітко, задоволений, молодець.
І понеслися! Йдемо, йдемо, йдемо! Вони не йдуть, вони біжать! Ось правильне слово! Аліно, перший виграє кіску! Тримати, тримати! Сташенко намагається відтягнутися, Аліно фінішує, Сташенко зупиняється. Харченко також фінішує. Сташенко підтягнути, підтягнути, ще трохи підтягнути. Следующее упражнение дамбл, 75 килограмм, и тут уже Санек точно сделает новый рекорд. Я надеюсь, что точно Санек здесь хорошо себя чувствует. Я надеюсь, что будет новый рекорд. А сейчас Санек отдыхает, есть проблемы со спиной. Юрка, мы знаем уже давно, так что успехи вам. Зажало ноги, то, о чем я говорил. И сейчас отпускаем. Это за то, что он плохо выступил. Тебе брат тут кричить, а ти смієшся. А я зараз добавлю. Димон, і ти теж, давай. А помнишь, как ты 6 лет назад, точно так же? Вот так вот не было у меня. Короче, я сейчас подписчикам твоим покажу этот видос. Там, конечно, там... Разминка волос на груди. Там я серьезный чувак был, очень-очень. Отлично, давай, давай, продолжай. Продолжай. Красавчик, братан, ти перший. Дрючиш. Ти ще здав. Чітко, Саня отработав класну гантельку. Роман Гречеляк. 9 разів, це новий рекорд України, хоча може і 10, я бачив лично, як він робить 10. Лучший результат. Два чоловіка повторили по 8. Прошлий рекорд України Саня зробив новий. Я доволен, що він вистрілює трохи по балам краще. Зависит все от покрышки. Если Саня там реально соберет гусей и сделает так, как нужно, может быть бороться за первое. Ready!
Давай, давай! Олейников, Харченко, Сташенко! Олейников, Харченко, Сташенко, другий раз! Харченко, Олейников, Сташенко! Харченко, Олейников, Сташенко, заключение перекликания! Харченко, Олейников, и Сташенко! Іван Харченко, 28 секунд. Саня, выступление. Я недоволен. Скорее всего, и Саня тоже недоволен. Выступил, занял он третье место. Он может спокойно выиграть эти соревнования, но мешает ему его ментальный настрой. Он немножко переживает перед соревнованием, он дрожирует. А я сегодня готовлюсь, разминаюсь на рекорд Украины по гантели 95 на разы. Посмотрим, погнали. Лёх, готов на рекорд? Ну, сейчас греемся и буду готов. Какой вес будет? 95. А время какое? 60 секунд. Ладно, надо идти. Ну что, ребят, подошел этот день к концу. Это был чемпионат Украины по стронгмену. Братан мой занял, к сожалению, занял третье место. Мог выиграть и с запасом, и даже не нервничать. Главное успокоить голову. Чего я ему желаю. Вы можете там поддержать комментарием. Я думаю, он все равно прочитает и будет доволен. А я, ну, говорит, что мог бы больше, но что-то там не так. Ну, вы все видели. Можете как раз вставить свои комментарии. Мне будет самому приятно, потому что не я оцениваю свои подъемы. Я в целом доволен. Я показал технику, показал скорость. Я выступлением доволен. То, как это вышло, это второй момент. Благодарю. Всех обнял, всех поднял, ребят. С вами был Алексей Новиков.